Эй, друзья, привет-привет! Я рад вас снова видеть. Сейчас мы будем открывать с вами вот такую вот посылку. Посылка с Китая, с Алиэкспресса. А что у нас там лежит? А у нас там лежит такой инструмент, мадамский инструмент. Но мы его будем использовать совсем не для этих целей. Смотрите, как в пакетике, в мешочке. Вот такие насадки, вот такой вот мешочек, и вот он наш чудо-станок. О, там даже какой-то паспорт. Чудо-пилка наша, пилочка. Инструкция. Читайте, если кому интересно и кто соображает по-английски. Короче говоря, вот этот инструмент очень легенький. Вот с этой стороны не легкий. Так, как? А, вот открыли. Хоп. И выдвигаем. Плотничком. Прям все так. Резиночка. Нормалек. Так, а сюда? А, сюда надо батарейку. Видите, без батарейки не работает. Тут даже не одна батареечка, а две. Беру вот самые дешевые батарейки. Ставлю. Тут даже... Да, вот так ставлю. Возможно, они уже у меня севшие. Вынул их из пульта. Так, смотрите, значит, вот эти две риски надо соединить, а потом повернуть. Вот так соединяем. Оп, и поворачиваем. Смотрим. Слышно вам? Так, а теперь воткнем какую-нибудь насадочку. Давайте. Насадки здесь, смотрите, значит, разные. Такая сякая, это для маникюра, машинка для маникюра. Но мы будем ей совсем другими делами заниматься. В общем, к примеру, вот что нам, что-то надо почистить. Вот разные насадки, вы сами для себя определите. Отлично, обороты большие. Это вот мягкая насадка. Это, ну, это уже камни. Камни. Ставили вот так. Видите? Слышно, да, вам как гудит? И вот так. Но еще можно использовать в качестве реставрации, например, монет для нумизматики. То есть берем, например, монеты. Вот у меня есть такая баночка. Вот. Вот такие есть монетки. Вот монета Екатерина. Гляньте, какие 5 копеек. Обалденческие монетки. Так, патроны разные. А вот какая пика, наконечник для стрел. Возьмем вот какую-нибудь там. Вот, видите, разные. Разные. Вот это вот Павел Первый. Павла монета, 1 копейка. Плохо, чуть сегодня у меня камера ловит. Вот это 1 копейка Петра Первого. 1704 год. Еще не реставрированная. Ну, к примеру, такие вот жалко, например. Вот такие вот убитые, ушатанные монеты, либо вот гильзы, например. Гильзы взяли, почистить, например. Ага, видно вам? Вон, уже блестит. Ну, это так вот. Или вот ушатанные какие-нибудь монеты. Вот 5 копеек, это значит, у меня какой тут год, 24-го года. Вот они убитые. Раз. Можно их... Оп, ага, уже начинает блестеть. Вот так, для нумизматики, в общем, что я показываю. Короче говоря, вещь офигенная, нужная. Заказал к 8 марта жене, но по ходу дела будет пользоваться не только жена, если она вообще ей будет пользоваться. Хе-хе-хе, пацаны, ребята, девчата. Так, друзья, вот так вот, значит, всего лишь на 2 батареечках. И я думаю, понравится или в подарок своим женщинам, либо себе для монеток. В общем, друзья, сделаю ссылочку на товар под видео. Переходите, покупайте. Интересная вещь нумизматам и девчатам. Ну, а на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ждем следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока!